Симферополе завершилось первенство детско-юношеской спортивной школы номер 3 по боксу среди юношей 15 и 16 лет. На ринг вышли 80 спортсменов, представивших 16 команд республики. Турнир стал первым этапом отбора к чемпионату России. На всероссийское соревнование отправится сборная из 13 боксеров, представляющих все весовые категории. Но для того, чтобы попасть в крымскую команду, спортсменам еще предстоит удачно выступить на чемпионате полуострова. Команда наша, вот эта юниорская, по-нашему будем говорить, очень хорошая. Подготовлены хорошие. Значит, есть хорошие ребята, которые действительно, вот я их возил в Анапу, где они выступили, прекрасно выступили, где 4 человека в сборную России были приглашены. Радмир Менситов – один из претендентов на поездку в Оренбург. Он фаворит весовой категории 54 килограмма. Для Менситова первенство школы оказалось легкой прогулкой. Своего соперника в финале, феодосийца Тимура Фазылова, Радмир нокаутировал уже в первом раунде. Планировал попасть в сборную Крыма. Это больше, эти соревнования считаются как разминочные перед чемпионатом Крыма. Я проверял себя, свои умения, чтобы на чемпионате Крыма выиграть. Настоящим украшением финального дня турнира стал решающий поединок весовой категории 63 кило. Симферополец Рамазан Хушматов и Ремзи Халилов из Феодосии держали зрителей в напряжении до финального гонга. Судьям непросто было определить сильнейшего, ведь красивый бокс показали оба соперника. В итоге удача оказалась на стороне феодосийского спортсмена. Он одержал победу с разницей в балл 2-1. Ну, один из тяжелых соперников. Я с ним уже боксировал, так и знаю. Все равно с каждым разом тяжелее. Теперь после решающего экзамена чемпионата Крыма боксеров ожидает поездка в Оренбург в середине весны. Сильнейшие крымские юноши посоревнуются с ровесниками из других регионов страны в апреле.